Так, ребят, всем привет, вы на канале Бутербродница. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс вы всегда можете найти, с кем там поиграть. А, еще есть ВК-группа, ребят, я там тоже выкладываю много чего, и ссылка также есть в описании. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Так, ну, с чего мы начнем? Начнем мы сначала же задание, как всегда, да? А давай в твое любимое место, вон туда мы пойдем. Это первое. Второе. Доступны же уже, не знаю, второй день, наверное. Короче, все эти выходные вы можете поиграть в зомби-режим бесплатно. Вообще все. Все, кто ее, блядь, может скачать. Вот, я, конечно, об этом, наверное... А хотя, нифига, я и в Дискорде об этом говорил, и в ВК-группе я выкидывал эту новость, что можно это скачать. Так что, кто не успел, тот опоздал, как говорится, называется. Вот так, блядь. Да. Батимик. Чего? Ой, за нами летят, Колян. Да. Вопрос только куда. Чего, блядь, это что за хуйня? На крыше есть... Чё? Да, все нахуй. Подожди, это что такое? Блять, почему он у меня на анимации не стрелял, а в повторе я смотрю, он ебать стрелял. Вот что это такое? Каким это образом вообще работает, блять? Как это? Вот это дизинфа, это вообще пиздец. Ой. Чё какой-то разговаривал? Ебать! Да, мне повезло. Это мне повезло. Его убил? Ой, да, еле как там. Да там вообще смех, блядь. Коляску убили, да? Ой, тут народу очень много, блядь. Наверное, будет сейчас вообще жесть. Ты что-то мне сейчас сказал или нет? Я сказал да. А, ну ты как-то отвернулся, походу, от микрофона в этот момент, да? Я не знаю, нет, сейчас я его это подвинула. Что-то я еще хотел сказать. А! Знаешь, кстати, почему мы, Колян, проигрываем, как мне пишут в комментариях? Ну. Почему? А, потому что FPS у меня очень низкий, и у тебя картинка заполздалая, мне говорят. А-а-а. Да. Ну так, блядь. Костян, ты что, не шаришь? Честно, слушай, что умные люди говорят. Теперь я шарю вообще в целом. Я теперь в курсе вообще про это. Я знаю, что надо мне теперь выкрутить все настройки на минималке, и чтобы у меня это FPS был 4000. Слушай, у меня звук пропал, блядь. Я не слышу, как ты что-то подбираешь. У меня вот этих звуков нет совсем. Не, это да, а сейчас у меня... Слышь, я одел газик, у меня стало... Или нет? Я прям себя даже тише стал слышать. Ну да. Я с подкаты громко слышно, а как бежишь... А может там перк эти? Ты ж перк подобрал. Может там ботинки эти ебаные? Да хуй знает. Ты что, я сам себя не должен слышать? Нет, так у меня даже... Два ящика захвачены. У меня звук даже этой... как его, блядь? Ящиков, все хуи прям тише стало. Контракт выполнен. Все ящики с припасами наши. Ну, сраненько. Наша станция покупок в пути. Вообще какая-то хуйня, блядь. Если честно. Подбираешь ты вообще все беззвучно? Ну это да, это я заметил такую штуку. Наша станция покупок готова. Я прям на тебя падаю. Да, 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 давай деньги, нам тут косаря-то не хватает, по сути. Вот так давай сделаем, посмотрим. Есть рядом с нами кто-то, нет? А, да нет. Я пока патронов пособираю. Да, я тебе ящик скину, не переживай. У меня все есть, ко мне. Просто боевой пропуск получен, жетон один. Лутайся давай, блядь. Ящик с патриками скидываю. Ага. Только их сначала не возьми. Сейчас ты себя нормально слышишь? Нет, такая же хуйня.
стране. Облако газа движется, ну, есть новая безопасность. Пошли зона. Сразу в зону. Что нам делать? Подожди. Так, а сколько у нас стоит? Давай-ка я тебе, наверное, рез куплю. Бросил. Забирай. Угу. Это, спасибо. Я думаю, нам пригодится вообще. Ну реально, он был, блядь, и перестал звук как-то. Это хуйня, блядь. Ну да, еле слышно прям, как топаешь. Ну и я топаю. Комплект один упал, это нам не надо в целом. О, вот тут был типок. А, вон они двое спрыгнули. Патронов. А, у меня метки нету. Я не вижу. Давай на тот берег. Нет, ты же на карте видишь, что они стреляют? А, ну да, сейчас вижу. Ну да, вот они там с кем-то ебашутся. Но тут еще сильно не подходи. Там, видишь, летает какая-то поебушка, блядь. Ага. Вы теряете позиции, вперед! Они там с кем-то стреляют. Тут нам бы успеть бы какую-нибудь крышу бы занять бы. Было бы вообще неплохо. Какой-то игрок исключен. Ваш отряд в безопасной зоне. А-а. Ты же, если ты стоишь теперь, то тебя же выкидывает. А они как-то то ли биндят, то ли что, какие-то клавиши, короче, чтобы ты бегал просто по кругу, короче, тогда тебя не выкидывает. А нахуй это нужно? БП качать. Бля, он залутался и убежал. Хуёвший. Собака гавкает. Бля, он где-то вот там, короче. Ой, точка, блядь. Вон, тело пролетело. Он уебался. Так это мертвый, подожди. И вот двое лежат. Короче, один там есть живой, блядь. Ага. Блядь, вот на это здание, интересно, можно залезть? Давай, оп. Все, он съебался, что ли? Тюремный пропуск надо было. Забрал? Хорошо. Так, еще один гулаг у нас есть, если что, да? Угу. А, вон парашют летит. Парашют сейчас должен на нас прилететь. Вон еще один. Выкупили типа. Он вот на эту крышу уебался. Ну? Чё-то, блядь, вообще тишина какая-то. В двойках, ебать. Какой-то беспредел. Мне не нравится. Где-то точка, блядь. Корона с той стороны бегает. Бля, мы так открыты на этой хуйне, пиздец. Там что-то с ящика я открыл. Там нет тюрьмы, интересно, мне пропуск. Блять! Есть минометка зато. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ебануться, блять! Кто тебя? Два типа какие-то в тоннеле в каком-то, блять. Ты вниз, что ли, спрыгнул куда-то? Ну да, блять, я хотел спрыгнуть, а они меня нокнули прям в прыжке, блять. Все, я увидел. Газ близко, отмечаю новую безопасную зону. Ваш союз. Они прям рядышком вместе стоят. Они вон на комплект пошли, я так понимаю, да? Опять он залутал комплект и убежал, блядь. Хотя есть гулачок. Так а я его сейчас, ты думаешь, не проебу? Думаю, нет. Если вот я его проебал. Остались только вы, побеждайте. Заведись. Союзнику надрали задницу, он возвращается на базу. Аману. Ой, блядь. Так, надо искать, короче, магаз, я так понимаю, да? Да. Нихуяшеньки, блядь. А у меня еще и денег нету. А вот касса, сумка. Или что это? Сумка, не касса. А там деньги. Там ты не подобрал денежку. Подобрал. Подобрал? Подобрал. Было 1200, стало 1700. Нормально, 500 рублей. Блять, у нас чешется. Вообще 6. 300 рублей осталось найти, да? Блять, у тебя опять серваки лагают, нахуй, пиздец. Да это у тебя FPS просто низкий, блять, заебал. Да. Поэтому лагает. Так, ну это я нашел, что прямиком, значит.
Просто бежим прям на магаз, нахуй. Без всякого вообще, вот прям ни на что не отвлекаемся. Вот так вот, да, ты решил? Да. Да, а что делать? Я тут сейчас полгода, если буду сейчас смотреть где-то, что-то выкруживать, где кто находится, полгода проведу. Вот. Тут либо купил, либо не купил. Одно из двух, все. Ой, это то самое место дурацкое, где нас тут тогда читеры кромсали. Я это помню. Блять, тут покупали. Сейчас по-любому на меня смотрят уже. Ну, вроде нет. Так, куда мне уебаться? Да не знаю, вот сюда, наверное, давай. Ну, давай. Где же надо это? Что-нибудь залутать? Где-то взять оружие? Так, тут как-то вот, блядь, наверх можно было залезть. Я вот только не помню как. И ящики наверху. Во. Тебе, кстати, попадалось здесь хоть раз трехберстовое? Блядь, ящик с броней куда-то улетел. Ну и хуй с ним. А, по-моему, нет. Мне вот тоже, я что-то ни разу не видел, чтобы здесь ее можно было достать. А она нужна? Не, в ней урона много, это прикольно. Я вот про что, чтобы попробовать пострелять. Она же с обвесами, а у меня она вроде не прокачанная или не открытая даже. Не знаю. Бля, у меня перки сменились. Так, меня кто-то смотрит. Опа, а я его нашел, слышь. Где он? Где-то вот отсюда смотрел на меня. Ой, отойди. Видишь его? Он у меня за стенкой, я его не вижу. Ну я, короче, лечу тогда к нему. Он прямо из дверей выглядывает на меня. Со снайпы смотрит. Ебать, чё? Там еще! Броню вставляю, блядь, один минус там нахуй. Да, ебать, все. Зависит от вас, вернитесь. Я не знаю, слушай, я вообще не могу по ним попадать. Вам угрожает газ, безопасная зона переместилась. Противник начинает высадку в район. А у них прям все пули залетают в меня. Нормально. Ау. Да. Называется вообще ау. Ау. Большой ау. Так, ну он должен пойти покупать, значит. Мрадар лежал. Похуй. Сейчас зона пойдет, ебать. А этот будет выкупать тебя. 100%. Надо! Тебя. А? В смысле, друга своего, не меня. Меня ты выкупаешь. Блять, ну да. Да. Либо он сейчас будет просто кемпить нахуй на магаз. Идет облако газа. Вон он. Это другой. Пернатая снайпа, блин. Блять, он видел меня, нет? На магаз только что вышел. А, блять, магаз под низом, ебаный в рот. Пиздец. А, или подожди, а вон еще один бежит. Блять, магаз был не засканен, прикинь. Пиздец, нихуя ты. Противник высаживает десант. Там в поле еще был, еще где-то высаживается. Ага, меня куда? На так, тебя? Наверное, меня... Блять, меня где-то смотрят со всех сторон. Да все, нахуй, пиздец. Пиздец. Не, нахуй, это бдилка ебучая, блять, это калит очень сильно. У тебя есть деньги? Куда-нибудь на магаз тебе надо. Да я вот думаю, куда бы это сделать. Наверное, вот этот попробую. Да вот у тебя прям. Не, а. Он палевный. Ну давай. Там он тачка едет, и машина стоит еще рядом. Ау. Ну конечно, ты низко. Блять, ты далеко полетел. Ну, блять, они меня порастреливали. Тебе еще надо 60 рублей найти. Это вот мне легко. А все, можешь валить. Бля, чё? Короче, эта бдилка очень сильно мешает. Мне лично она мешает вообще пиздец. Вот. Ага, она прекрасненькая, блядь. На тебя смотрят, блядь, и ты вот начинаешь суетиться, блядь. Откуда, куда, чего, блядь, как? Не знаю, мне не сильно нахуй она нравится. Вообще не сильно.
Так, уходи, на больших домах у тебя тут люди есть сразу же. Да. Блять, если я сейчас повисеть буду, то это будет вообще, меня могут очень сильно быстро снять. Так, вертушка это стоит. Да. Ты в том доме. Тут перепрыгнули. Ой, выкупили только что. У тебя? Да. Да, блядь, ты, сука, ну как так-то, блядь? Его нокнули, слышишь? А, его зона доела. Там еще один парашютист прилетел. У тебя... Ну, он успел выкупить, да. Охуенно, блядь. Охуенно, блядь, нихуя, я сюда в толпу прилетел на дом, блядь, ебаный стыд. А? Охуеть, там типов, ебать, я ебал, блядь, просто. Бля. Я, наверное, шансу уменьшу, блядь. Шансу? Шансу. Да. Шансу. Шансу, шансу, блядь. Комплект, сука. Какой нахуй комплект, блядь. Не надо брать. Я хочу взять комплект, но я понимаю, что его не надо брать. Да, до топ-10 покурим и будем молодцами, блядь. Так, вот так подняться. У меня просто 45 патронов. Охуенно. Да, понимаешь? Ну, вот уже побольше. Вон, сумочку еще распечатать, там тоже патроны. Нет, лучше грены, нахуй. Какие нахуй ЗВБ, блин. Ой, они уже у меня на крыше, да, я так понял? Ну, возможно. Да, вот поднимаются. Я слышал, прям на крыше сидит. Да. Долбоёб. Меня называли. Долбоёба. Меня обзывали. Блять, ёбаный стыд. Ёбаный ниндзя, блять, пошёл ты нахуй. Блять. Стыдно, блядь. И чё мне делать, нахуй, теперь, блядь? А вот тут и стой, блядь. Да ну нахуй, ты чё это, блядь, вообще ж пиздец тут стоять. Как будто кто-то пробежал подо мной, что ли? Да, я тоже слышал. Да ебать, тут стёкла простреливаются, тут пиздец, ты чё? О, на комплект. О, вон там. Внизу? О, слева типа тебя, около грузовиков. Он на крыше уже. Безопасная ага. Зона перемещается. А вот там хуярились. Что это такое, блядь? Что это, блядь? Ну тот на крышу ушел, 100%. А, или на мосту он нахуй. 100%. Так, этот вон там еще где-то наверху. Эх! А мне тут некуда вообще. Газ приближается. Вот так. Да, ебать. Где-то здесь к тебе и придут, наверное. Истинный, ебать, воин, нахуй. Смотри, ты видишь, как у тебя прям нос растет. Да. Рано, что он тебя показывает, как будто он на твоем уровне, он не ниже тебя, типа. А, слушай. Может, там еще где-то на крыше можно сидеть? Тогда надо вот так вот обойти, вот так. О, ну, блядь, слышь, тип! Да я ебать, знаю! Ебать, ты спалился! Я уехал, блядь, я ебучими трусами зацепился опять, блядь! Ты просто ебаным парашютом спалился. Я просто зацепился, блядь, да че... Это тайминг называется, это называется ебучий тайминг. Вам угрожает газ, безопасная зона перепутывается. Вы командир. Что-то очень быстро так все загрузилось. Ты заметил эту штуку? Разминки не было. Да, вообще ничего. Ой, еще зона, смотри, какая. Ну сейчас главное трусами ни за что не зацепиться. Может, нас это бот-лобби закинет, блять, хоть топ возьмем. Да, пожалуйста, игра, услышь нас. Но там уже он какой-то супермаг пишет: я Джон Уик. Кто-то дядя, да. Слушай, блядь, я, кстати, я не понял, короче, как раздают арену. Да? Кто-то в нее играет, кто-то в нее не играет, и вообще непонятно, как ее раздают. Угу. Я знаю типа, который стримит, короче. Обнаружен боец противника. Ну, он прям это, у него онлайн там человек 5, блядь. И у него подписчиков человек, ну, я не знаю, 200, наверное. Вот сюда забежали.
И он, блядь, сидит, играет в арену тоже, ему дали. Да, 22 метра. О, по-моему, вот окно, слышь. Только что что-то... У меня, прикинь, одна обойма. До свидания. Ты с моим маленьким войной сидит. Блядь! У меня нет Патрика в Колян. Вообще пизда. Да, пизда, блядь. У меня нет... Ой, он меня нокнул, я его застанил там. Ой, сейчас спине идут, Колян. Ой. Ой, да. Да, там все еще. С двух сторон. Еще спина есть. Твою мать. Как без ГУЛАГа это хуета. Да, 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 я согласен. Да, блядь, у меня 30 патронов собралось на эту химеру, и все, и нету ничего, и снайпа, блядь. Какой нахуй со снайпы, блядь, стрелять? Да. Я надеюсь, Колян, ты выйдешь и спасешь сейчас нас всех. Мне в ГУЛАГе дали тот ствол, с которого я вообще не могу никого убить. Слушай, мне сейчас дадут в ГУЛАГе врага, которого я не смогу убить, блядь. Стандарт. Похуй, какое там будет оружие. Сайдохин какой-то, блядь. Он АФКшит или чё, блядь? Нет, он куда-то, он нет. Я просто убежал, блядь. Прикинь. Нормально. Нет всего отряда, остались. А я умер. О, меня за зону выкинуло, блядь. Так, а ты умер, да? Да. Причем как-то странно, что ли. Блядь, вот тут народу вообще сейчас, наверное, тьма тьмущая. Верту. Блять, вот это походу прилетело. Нет, я туда, наверное, не хочу. Иду в эту точку. Ой. Давай на открытое место хули попробую. Мне нужен-то косарик всего. Угу. Это что сейчас? Это возвратка, ебать, прикинь. Нормально. Слушай, тут чисто вроде, никого нету. Ну я прям к тебе уебусь. Нет, давай приземлишься просто. Ну это вряд ли. Как показывает практика. Давай без этой темы, блядь. Пожалуйста. Не уебись, а просто приди. Так, это тут еще ящики. Где ты нахуй будешь? Отмечаю вот это контакт. Можно будет, кстати, взять. Да. Кстати, я знаешь, еще заметил? Он здесь грены кидает, мне кажется, намного дальше, чем положено. Посылка с да. О. Блять. Не замечал. Мне кажется, дальше намного кидает. Так, это что за ствол? Ага, я понял, это тапорка, блядь. Газ приближается, безопасная зона перемещается. Ну, давай попробуем комплект взять, чё? Ты чё там, блеванул? Да я, блядь, то ли икнул, то ли пёрнул, блядь, хуй знает. Ой, это почти что шутка про говно, блядь. Да. Это что-то типа из этого. Слушай, а комплект у нас один упал, Колян. Хорошо. Я думаю, сейчас я задание заберу и это. Так, комплект я забрал. Ой. Охуительно. Ой-ой-ой. Ой, беги быстрее на задание. Я пропуск на ГУЛАГ нашел. О, классно. Да, а тут купили чувака. Потом на крышу поднимайся ко мне. У меня, если что, ящик с Патриками есть. Ага. Чё, он на машине уезжает? Приближается к вам. Ничего, охуел. А, они вон там комплект свой залутали. Иду. Ваш отряд в безопасной зоне. Вот в этой домике двое, короче. Ага. Надо было, блядь, стрелять. Я стоял на них, смотрел просто, блядь, прикинь, и стрелял. Ну а чё они, блядь?
Да чё в тачку-то не попадает, блядь, прикинь, я не уезжаю. Их тактический вездеход. О, остановились, да? Ой. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Прошу. Дал точку воздуха. Нахуй туда. Цель отмечена. Лучник 3-1, цель подтверждает. Ждите удара. И чё, никого? Блять, надо было добивать, пиздец. Я в ахуе. Какого хрена, блять? Ты их еще видишь где-то? Нет, я им колеса прохуярить. Охуеть, баллистика. Справа вышел. Да, через дым убегает. Вообще непонятно. Баллистика, я вообще ебал здесь. Ну и не стоит. Они в небо взмыли, слышишь? Да. Ну не самого баллистика, я хотел сказать. Блять, ну ведь в голову попал. Почему нахуй броню только сняло, блять? Ну давай, вылазь. Даже броню не снял. А, меня смотрят, да. Парашют. На крышу. Да. Он этот крюк будет контрить. Да-да-да, вот он. Ног, блядь. Да. Ой, там еще один. Еще один. Да. Блядь, броню надо вставлять. Отходить. Блядь, меня в спину въебали. Эй, типа, сюда ползи ко мне как-нибудь, можешь? Я оружие аж выронил. Давай, я помогу! Ой, сейчас нахуй что-нибудь накинут, блядь. Да, ой, ебашит. Ой, ебут. Ой, ебут. Спрыгнули к тебе. Ебать, чего нахуй происходит, блядь? Он к тебе спрыгнул. Так я в ГУЛАГ пошел. Блять, да ты чё, тварь? Сука, ну я того просто убил, блять, до конца, нахуй, лишь бы, блять. Лишь бы убить. Так, ну тот пойдет сейчас выкупать 100%. Так что. Нихуя тут парашютистов прилетело. Тут очень много народу. Опять. Снайпу у меня. Он спиздил, блядь. Говно. Да. Успеть бы, блядь. Залезть бы. Внимание, нахуй. Кто-то из вашего отряда еще не в безопасной зоне. О, вот так вот. Секунд осталось. И меня нашли, блядь. Гулагера. Ой, ебать. Ты вышел? Да вышло, ага. Невероятно. Что, на тебя падаю? Ну, у меня тут двое на крыше были. Я на себя уебусь. Нет, на себя не надо, Колян. Здесь убили двоих, слышишь? Я уже. Внизу один под нами. На крышу один прилетел. Один минус. Ой, меня кто-то смотрит, блядь. А, еще парашютист один прилетел. Я к тебе поднимаюсь. Это ты в меня стрелял? Нет. Тут точка есть. Еще один, блядь. Блядь. Угу, я понял, блядь. Но... С магазина стреляет, блядь. Тачка. Ты можешь его добить? Я его не вижу. А где? На желтой метке. Блядь, он резнулся. Противник
противник начинает высадку в район. Еще высадка. Принято. Лучник 3-1 на курс. Ждите удара. У тебя тут оружие есть? Ну тут вот что-то лежит. О, моя пушка лежит. Блядь. О, блядь, бэбка. Мимо цели. Второй... У нас на крыше. ППЛ на связи. Вижу разведку. Но. Ёбаный в рот. Блядь, а чё их так здесь нахера? Вот, давай-ка, вот этот, смотри, идет подниматься к нам вот здесь, вот двое. На крюк? А, нет, ладно, под низом, блядь, прошел. Ладно, не лезем, пойдем туда-обратно. Оп, нихуя! Нихуя себе. Ага. Слышь, а он может вот по этому крюку подняться. Да. Блядь, а чё, ни у кого нет сентексов? Могу термит тебе дать. Не, нахуй. Блядь, я нашел две мины, нахуй. Сука, я... Блин. Нет, подожди, вот тут одну поставлю. Вот сюда одну. Грена обратно в руки. Блять, тут двойку выпустили, хуёво, пиздец вообще. Угу. Ну, магазин бы зарезан бы, конечно, но... Я что-то не горю желанием вообще. Что-то... А, это твоя взорвалась. Мины. Это твоя. У них же время. Просто так? Да, у них же тайминг. Вон парашют пролетал. Выкуп на магазе. Да. Он на желтой метке. Че, подожди, я в небо смотрю. Ага, у них замес. Я уебался, блядь. Залазь. Ты их видишь там? Да, понял. Он еще один. Один без брони. Блять, крыша опасная очень сильно. Ага. Мест вообще очень много. Один вот сюда кто-то перебежал. Угу. Ой, блять, подними. Блять, я его увидел, я по нему промазал, нахуй. Не волнуйся, жить будешь. О, он попал зато. А он да. Да. Надо, пойду, оббегу, оглянусь. Блять. Обглянусь. Тут народу падает, блять, я ебал. Очень много. Блять, он. Чё? Кто-то на мини въебался, слышь? Да. И второй спрыгнул. Блять, их надо добить. Не видно их, нихуя. Этого добил, одного я добил. Один вниз пизданулся. Ебать, я чуть не уебался. Сейчас нельзя падать, Колян. Внимание, противник получает станцию. На нашей крыше уже. Нок. Блять, хорош. Сука, нокнул меня. Поднимай. Блять, не дал мне точку поставить, нахуй, урод. Облако газа движется, есть новая безопасная зона. Кулак закрыт, район чист. Бля, не вижу. Ух, ебать, увернулся, понял. Заманосил. Один без брони. Один слева будет, наверное. Один вот здесь был справа. Вон там у тебя прыгает налево, да. Меня обходит. Блять, обошел. Сука, ну прям по лицу пострелял, даже броню не снял. Газ уже близко. Я понял. У него ППшка, блять. Отработал, цель не накрыта. Блять, а я тебя и выкупить не могу, да? Где я вообще оказался-то, нахуй?
На первом этаже. Тут выход-то есть, блядь? Так, ну у меня... С крыши выселили, блядь. Есть газик, конечно. Они сейчас будут спрыгивать. Ну, мне ждать, когда они будут прыгать, блядь. У них магаз, сука, есть. Так тебе, может, чуть-чуть повыше подняться, чтобы сразу это... Зачем? Они вот стреляют, они прямо здесь полетят сейчас. Ну, а ты хочешь что сделать? А я от газа сыграю. А нет, у меня нет газика, ебать. А нет, есть газик. А, я думал, ты хочешь на крыше в магазе меня купить. А, уже хуй получится. Когда они спрыгнут. Мне их расстреливать надо, пока они будут спрыгивать. Ну прыгайте, говнюки. И чё? Вы чё, блядь? Блядь, они вон где спрыгнули, нахуй. Вам угрожает газ, безопасная зона переместилась. Пиздец. Вы ещё с крыши вот отстреляли, слышишь? Побег, блядь, прикинь. Охуенно. Не знаю, что я делаю. Но у меня нет станок. У меня сейчас нихуя не будет. Побег из тюрьмы. Куда он делся? Нашел его? Нет, я его не нашел, но меня другие хуярят, блядь. Вон тот. Не, улетай. Блядь. Улетай от меня. Че, думаешь, я тебя не резну? В газу? Нет, Колян, он тебя быстро убьет. Вон, это он убегал. Там он ушел наверх, блядь. Я просидел здесь пиздец долго. Это хуево, блядь. Очень хуево. А тебе надо было, кстати, слышишь, вон туда, в сторону магаза падать. Что-то не грузит, ага. Мне не показывает тебя. Блядь, прогрузись. Да, меня тут давят, нахуй. Да понятное дело, что тебя давят. Через дымки откидай и уйди, нахуй, отсюда. Дым не так долго, блядь, Колян, быстрее надо. Бежать. Хвалить-то. Ух ты, нихуя себе, блядь. Ну, по-моему, он не сомневался. Да-да-да. Ну, я хочу сказать всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Ну и напоминаю, что на Твиче проходят стримы. Ссылка в описании. Также есть Дискорд. Я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти, с кем поиграть. Вот, еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю. Так что, что хочу сказать. На этом ролик заканчивается. Всем спасибо, всем хорошего настроения. И до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока. Пока-пока.